кучки заросли. Но правда, это не та сторона, чтобы под солнце спрятаться. Но сейчас будем разгребаться. Сегодня приедет экскаватор. Будет откапывать, формировать откосы по новой. Расчищаем пазухи такие вот, чтобы можно было подходить. В принципе, очень доволен, что взял опять экскаватор, потому что только тот угол придет, ту сторону придется лопатами фигачить. Вот такие объемы лопатами, как мне сказали, перефигачить. Но это, блин, реально мрак. И здесь будет еще похлеще. А это надо выкопать, потом переместить. Так что объем работы здесь, ну, точно не под ручную, не под лопату. Вот. Соседка, конечно, на меня это самое обиделась, что я так долго. Ну ничего, еще полмесяца, и мы смонтируем блоки, и грунт этот уйдет. Вот. Ну, супер, супер. Поеду, наверное, к бирже труда, найму работников, чтобы они убрали мне вот эту ерунду, бо я уже ленюсь. Сделал себе сегодня такой вот верстачок. Еще не доделал, а еще надо скрепить, распорки сделать, что там отпилить. То есть вот у меня это болтается. Но ништяк. Здесь сделал себе кроваточку такую. Тоже все красиво. Алюминиевый профиль под светодиоды. Еще будет здесь у меня размечено. Вот у меня разметка будет полка в потолок. И полка здесь, и полка здесь. То есть для складирования здесь будет место для посидки. И здесь тоже опущу полочку сантиметров 30. Вот так вот. Здесь вот на всю длину. Чтобы ложить всякие там бумажки, шмакомашки. Всякую ерунду такое. Нормально, в общем. Мне нравится. Правда, шурупов нету, надо заехать взять, посмонтировать. Но все ништяк. Пойду лопатой поработаю. Ой, с этими листьями столько гемора теперь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зря я их тягал. Может быть, а может не зря, но не знаю. Значит, привез манипулятор, он должен был перед вот этим колышком ставить блок. А он не смог доехать, забуксовал, где моя машина стоит, колеса. Там у меня под колесами как раз лежат доски, которые подкладывали под колеса, потом, чтобы он выехал. Пришлось покупать доски, ну, благо дешево сейчас все стоит, и буду мастить дорогу. Не знаю, как называется это дело. Как в болоте будет. Из досок буду закапывать доски, чтобы хоть немного грунт у меня не разъезжался. Так я тачку не купил. Плиту так и не отрыл. Но оторвусь. Все, сегодня буду открывать плиту. Отрывать. Рыть, короче, сейчас слово рыть. От ФБСки пирамидкой. Очень удачно сложено. Причем без подготовленного места. Можно очень много ставить их друг на дружке. Очень прикольно. Вот так вот. Здесь моя запас доски небольшой будет. Так, разгружаем блоки. Для движения.